Проехать не только с ветерком, но и с мишурой могут в эти дни казанцы. Автобусы при параде колесят по всей столице. АТП проводит конкурс на лучшее оформление салона. Его итоги подведут лишь в начале января будущего года, но впечатлений пассажиров уже сейчас много. Их выслушала Наталья Колюшкина. Из сотен автобусов в городе этого, пожалуй, ждут с особым нетерпением. И дело не в маршруте, а в самой машине. Гирлянды, мишура, шары и живая елка. Водители и кондуктор сделали все, чтобы создать праздничную атмосферу. Говорят, оформляли салон 2 дня. Для этого специально оставались после работы. У нас просто конкурс в парке. И мы решили оформить это автобус. Вечером подумали, ну как обукрасить. Вот и обукрасили, решили, как лучше. Приятно сделать своим пассажирам перед Новым годом. Оценить праздничное оформление автобуса, что курсирует по 47-му маршруту, уже успели тысячи горожан. Отлично, отлично. Очень красиво. Первый раз в жизни такое. Повлиять на какое настроение после сессии особенно очень радует. Можно сидеть целый час здесь и даже больше, и не заметишь, что сидишь в пробке. Участие в конкурсе не обязательно, но команда этого автобуса украшает салон каждый год. В прошлом стали лучшими, в награду премиальные. Говорят, деньги для них не главное, настроение пассажиров в разы важнее. В пасмурную погоду ехать в таком автобусе одно удовольствие. Новогодняя атмосфера продержится в салоне до Старого Нового года, а итоги конкурса подведут в начале января. Наталья Колюшкина, Равкат Зайдинов, Вести, Татарстан.